Всем приветушки, друзья, с вами снова Эдисон. И сегодня, я уже не помню, когда я играл на этом сервере на запись, но сегодня мы продолжаем на нем играть. То есть, сейчас у нас тут будет раздача, как я уже давно говорил людям, что какое сейчас число 12 января, но я не знаю, когда эта серия выйдет. То, что будет небольшая раздача, то есть, как видите, сейчас люди позаходили на сервер. 60 игроков на сервере, все уже ждут на спавне, пока я зайду. Но, как они поняли, меня еще на сервере нету, но я есть, я просто ваниша невидимый. Ребята, если вы не играете на этом сервере, то я вас тут жду, буду рад всем игрокам, которые, новым игрокам, которые зайдут на этот сервер. Если вы еще тут не играете и хотите тут играть, в описании есть ссылочка на этот проект. Тут есть куча разных серверов. Тут есть куча разных серверов, но с них только два моих. Один Amazing Pokeworld, это вот этот бесплатный, самая последняя версия. И Pokeworld Special, платный сервер, где я еще чаще играю, чем тут. Но все же, если у вас нет возможности купить пропуск на платный сервер, то вы можете зайти на этот и вместе со мной поиграть на этом сервере. Плюс к тому, тут есть турниры. Можно сказать, один турнир будет в 2-3 недели, может даже быстрее, может в 1-2 недели. Тут есть раздачи еженедельные, тут будут гимы и, в принципе, отличная атмосфера. Ну что, ребята, давайте начнем раздачу. Раздачу! Хотим раздачу! Да, я тоже хочу раздачу. Ну? Не хочу мут, не надо мне мут, модератор, пожалуйста. Ну, где же... вот так напишем. Эдисон, плиз, раздачу хочу. Я тоже, ребята, хочу раздачу. Ждем, пока Эдисон придет. Ждем. Ну где же Эдисон? Ладно, ребят, сейчас подождем. Эдисон. Не Эдисон. Так, ну что? Ждем пока. Хотя что ждем? Я уже тут. Так, ладно, ну что, начинаем раздачу, ребята. Так, это чё? Кто-то мне накидал тут уже лохмотье. Так, ну что, первый в списку у нас идет лохмотья. Вот как раз это, и что мы должны выкидывать. Чтобы выкинуть, ребята, в первую очередь, какое-то шматьё, допустим, я не знаю. О, да, давайте юбочки повыкидываем. Одну, две. Просто, вы знаете, как это можно сказать? Первая степень раздачи всегда идет шматье. Потом вторая идет покеболы, там конфеты, потом уже идут шани. Легенд, я не знаю, вряд ли я нас заспавню, потому что Новый год уже прошел, но все же. Так, давайте возьмем стак этих и давайте возьмем стак этих. Ну давайте пока что. Давайте сейчас начнем. Так, давайте посмотрим, какой онлайн. 64. Ну все, давайте. Юбочки. Я не знаю, просто знаете, в продаже юбочек нету, поэтому сейчас, знаете, такие юбочки от Эдисона, да? То есть, как это можно сказать? Я не знаю, как это называется. То есть вещи от Эдисона, да, эксклюзивные, больше ни у кого нету. Юбки уже в чате пишут. Так, ну сначала пораскидываем обычные покеболы. Так, давайте везде вот так. Побегаем туда-сюда. Все, ребята, вы уже можете бегать, а то стоят все только на одном месте, ничего не делают. Так.
Вот, видите, половина бегает, половина просто там стоит, вообще не в курсе, что нафиг тут происходит. А половина, еще другая половина вообще не в курсе. Че тут, че тут, как, какая раздача? Вы вообще о чем? Я вообще не с этой планеты. Еще знаете что? Давайте. Мастер-чел. Нет. Ой, я. Нет, я думал, я его выкинул случайно. Так, давайте дальше. Опа. Шапки, конечно, нельзя поднимать, не я, ребята, это настраивал, но все же, админы говорили, что шапки нельзя поднимать, потому что их дюпают. То есть, знаете, также запретили тут, как это называется, как фигня называется? Как называется вот эта фигня, с помощью которой можно поднимать... Воронка, да, или как она там называется. Нельзя понимать, потому что нельзя ее использовать, потому что много багов есть, которые ты там что-то ставишь, потом на нее ставишь, потом разрушаешь, потом опять ставишь, и, короче, дюпают вещи. А если ты дюпнул одну вещь, то уже две вещи есть, и которые ты можешь продать в два раза дороже. Поэтому вроде такая же фигня и с шапками или что-то такое. Ну ладно, давайте сначала вот это понаставим. Тут, знаете, это можно сказать, я раздаю и конфеты. Оу. Я не знаю, это слышно было, вот этот звук, не знаю почему. Вот я, можно сказать, раздаю конфеты, мастерболы, потому что с этих вещей много чего выпадает. С этих болов по килу там много чего выпадает. И мастерболы, и самые дорогие шапки. Ну, в принципе, да, шапки нельзя поднять, но все же. Мастерболы, лечилочки выпадают. Так, давайте еще, знаете, вот тут, между пони. И давайте на спавн еще. Вот сюда. Быстренько. А, я что-то не на спан побежал, но все же. Так, вот так, да? Умники там один, знаете, тупо бежит и сам все понимает. А, ну, в принципе, этого хватит. Давайте еще ультраболов напихаем. Быстренько сюда. И знаете что, давайте еще вот тут. Тут. Ну да, места нету, в принципе, спан не очень большой, но все же, кто захочет, тот успеет. Так. Давайте еще вот сюда. Оу! Ну, ты прям охрененно напал на меня? Так. Быстренько. Пока они забирают, мы другим раздаем. Так. А половина, смотрите, вообще не в курсе, а половина, наверное, тупо залагала, потому что столько людей на одном сервере реально глючит. У меня не глючит, я не знаю, у меня, в принципе, никогда не глючит, хоть и много серверов. Я, можно сказать, такой же игрок, как и остальные, то есть у меня нету никаких, знаете, специальных привилегий на сервере. Не глючит, да, все глючит, или купи там, заплати 200 рублей, купи... Нет, как это можно сказать? Поки антилаг, да, то есть у всех лагает, у тебя не лагает. В принципе, у меня точно так же, я играю на сервере, просто у меня другие привилегии, но у меня почему-то не лагает. Так, это сюда. Сейчас. Давайте. Чтобы за мной не бегали, я включу ваниш. И, например, вот тут в водичке, давайте мы заспавним... Покехил. Оф, как я говорю, давайте заспавним, а сам пишу покехил. Бабарам-бабам. Ну давайте букву Q. Кто есть на букву Q? Квилава. Квиль. Ну давайте вот этого. Левел 1. Главное, чтобы он на меня не нападал. Ждем. Опа, первый. Шайни. Ты пока его лови, а я запихну куда-то вот сюда на самую верхушку. Давайте в W. Valrain, Vartortle, Vevile, Widl, Vipinbell, Vizing. Хух, я даже не знаю. Whimsicott, Wirliped, Вабуфет. Ну давайте Вабуфета. Я понимаю, что это не первая эволюция, но все же. Смотрите на карту, охренеть, сколько тут людей играет. Так, сколько? 70 людей на сервере. Давайте еще где-то вот тут наверху. Вот тут. Кого бы. Окей. Спаун. Давайте на букву Э. Кто есть? Иви. Опа. Ну давайте. Ай. Иви. Так, ловите, ребята, я смотрю. Hmm.
так, Иви словили, да охренеть, кто будет китов вот этих спамить, я буду кикать, потому что у людей просто лагает. Так, чей это кит? Если бы тут еще написано было, где-то. А то хрен, Вейлорд, кубик Рубик. Кик. Убери покемона со спавна. Так, дальше. Покеспавн, давайте на букву R. Райчу, нет, Райко 100% нет. Рапидаш. Ратикейт, Ратата, Райкваза, Реморайт, Ремникус, Райдон. Давайте Райдона заспавним. Так. Дальше. Там заспавнились, сейчас давайте вот тут быстренько заспавним. Кто дальше идет на букву Т? Анжел. Анжелка. Опа, Анжелка. Тедиурса нет. Тентакул нет. Тентакруэль, Тепик. Нет. Давайте Тертуга точно нет. Тортера, Тотодайл, Тропинч. Давайте Тропинча. Так, сейчас. На карту смотрите и меньше разговаривайте. Так. А, запрети пока временно, как я тебе временно их запречу. Дальше. Янма, ну кроме Янмы тут никого нету. Покеспаун. У. Амбрион. Урсарин. Нет. Нет, тогда знаете что? Давайте включим, чтобы за мной тупо не успевали. Покеспаун и. Давайте. Они заспавнили. Сейчас дальше кто у нас? Знаете, так, такие по списку тупо. Проходим. Одиш, Оманайт, Омастар, Оникс. Давайте Оникса Шайни заспавним. Дальше. Покеспавн. П. Кто там? По Чирису. Давайте по Чирису Шайни заспавним. Дальше. Давайте где-то возле Грудона. Покеспавн. По Чирису. Абра. Давайте Абру Шайни заспавним. Вот твою ж... Умеете вы нападать, конечно. Вот, отлично. Так. Фу, ну давайте еще одного заспавним. Покеспаун с... Кто у нас? Саблей, Саламенс, Самурот, Сандил, Саншре, Саншла, Септил, Сизер, Скулипед, Сайтер. Ну давайте Сайтер, аша, не заспавним. Так уж и быть, я добрый. Так, заспавнили. Сейчас. Давайте еще небольшие. Ну, например, я не знаю. Давайте стак вот этого возьмем. А, это нельзя поднимать. Давайте возьмем еще. Ну, пофиг. Это давайте возьмем. Это. И давайте возьмем. Ну, фиг его знает. Давайте еще стак вот этого возьмем. Опа. Так. Эд, сделай, чтобы почти всем досталось. Ребята, во первую очередь раздачная, а то и раздача, чтобы рандомные люди поднимали. А во-вторых, мне сейчас уже уходить нужно через пару минут, через минут 15. Поэтому у меня много времени нету, чтобы сидеть и 70 человек тпхать каждого к себе, потому что они тоже хотят. Это рандом, поэтому это есть раздача. Не все могут получить и получат 30-40% со всех игроков. Поэтому это и есть раздача. Раздача и выдача — это разные вещи. Выдача — это я тпхаю людей, каждого человека к себе, тупо даю ему что-то, так как было, например, на Новый год на платном сервере. А это раздача, то есть любой человек может словить, кому повезет, кому нет. Поэтому это и есть раздача. Давайте еще вот это. Немного. Так я никому поков не даю, чтобы дать поков, напиши покегиф и ник и пок. А чего вы взяли, что я выдаю покемонов? Я их спавню. И кто успеет, тот словит. А не выдаю каждому. На это есть раздача, что выдается покемон, а не дается. Точнее, раздается, а не выдается. Так, что тут еще можно? Ну, давайте еще Раркенди немного. На это и называется раздача. Не все могут что-то получить.
Так, ладно, давайте еще стак Маракенди выдаем. Ну, конечно, если вот ты так будешь летать в воздухе, то, конечно, ты ни хрена не получишь, потому что то, что ты что-то словишь в воздухе, конечно, не очень вероятно, да? То есть я раздаю стак паки. Ну вот, 65 человек на сервере, я раздаю столько же раркенди. По сути дела, это можно считать одна раркенди на одного человека. Но один человек может словить 5 раркенди, другой 0 словить. Поэтому это и есть раздача. Я надеюсь, все, ребят, вы понимаете и все вы меня поддержите. Так, ладно, чтобы еще раздать. Опа. Подарочки. Один подарочек. Другой подарочек. Третий подарочек. Четвертый подарочек. Так. Есть модер на сервере. Уберите покемонов или буду кикать. Так, ладно. Ну, ждем, пока уберут. И если не уберут, буду тупо кикать, да и все. Так, ладно. Первый пошел. Нет, первый не пошел, сразу убрал. Первый пошел. Ой, пишу Тортера. Блэк, убери пока со спавна. Первый. Эдисей, вот ник креативный. Убери пока со спавна. Дальше. Это кто поставил, мне интересно? Так, вроде все убрали. Но это летают просто. Так, ну это Мьюту не такой уж большой. Так, дальше. Это, о, давай что вот это накидаем. По приколу, но все же. Кому-нибудь, может, от пару уровней прокачаем. Вдруг прокачаем кому-нибудь. И выкинем стак. Это раздача, то есть я всякую хренотень раздаю. Иногда хренотень, иногда покемонов. Так, дальше. Ща, это быстренько раздадим. Отлично, давайте. Где-то. Вот тут. Вот. Покеспам. Кто там у нас идет? Нет, не Саблей, я уже на букву Д. Деливер, Дивгонт, Дивот, Дигвит, Битто, Додрио, Додуо, Драгонер, Драпион. Давайте Драпиона. Только нужно, чтобы меня не заметили, где я. Так. Что бесполезно? Так. Покеспаун Драпион. Вот ты любишь нам нападать, как я вижу. Ну убеги ты. Вот, отлично. Так, их кикать. Ну, если это один и тот же спавнит каждый раз, то так. Ладно, давайте вот тут на спавне где-то, например, вот тут. Поке спаун F. Farfetch. Да пофиг. Давайте где-то вот тут сзади дома. Поке спаун. Галвантула. Ну давайте Галвантулу заспавним. Так, дальше. Поке спаун. Ух, нифига себе, на эту букву никого нету, и на эту никого нету. На К. И на К никого нету. На L. И на L никого нету. А! Ладно, моя ошибка. Farfetch-то. Да почему покспам? Не покспам, на покеспам. Че, у меня буква не работает? У меня буква не... А, нет, работает. Что-то я... Галвантула была. Хантер есть, конечно же, есть. Хитмунби, давайте, Шайни. Ах, давайте дальше. Покеспам. Джиглип, ну, конечно, есть. Желтион, нет, желтик. Жинкс. О, Жинкс. Розовенькая такая. Так, дальше. Спаун, Жинкс, К. Кабуто, Дабра, Какуна. Вот, тебя можно. Пускай будет. Дальше. Покеспаун, Л. Лайрон, Лампент. Ну, давайте Лампент. Покеспаун, З. Опять я. Поке.
меня или буква заедает, или Зурарг, Зуруа, Зум. Давайте. Нет, Зуруа это слишком будет. Зубат. Поке спаун. Шат. Ух, нифига себе, нет, такого нет. Давайте. Поке спаун, С на букву С. Камерапт. Давайте камерапт. Пофиг. Черненький. Поке спаун. Вапурион, Виниппед, Веномод, Венонат, Венозавр, Вибрава, Виктрибелл, Вальпум, Вулкарона. Давайте Вулкарону, это и так вторая эволюция, поэтому нормально. Покеспаун, Б, Багон, Бастиодон, Бедрил, Белдум, Белспрот, Белспрот пускай будет. Покеспаун, Н. Опять оно чё-то. Покеспаун, Н. Нату, Нидукин. О, давайте Нидукинга, да и все. Ох, я не люблю, когда вы нападаете, вот эти жопошники. Отлично, убежали. Покеспаун, М, Мачамп. Давайте Мачамп. Все. И давайте еще немного раздадим и выходим. Давайте еще, я не знаю. Стак вот этого возьмем. 1, 2, 3. Стак, нет, пол стака вот этого возьмем. И вот так, все. Ух ты, нифига себе, быстро летает. Так, так. Я хоть где, ребята, вот тут раскину, а они собирают, пускай собирают. Кит сюрприза нету. С этой фигней, с китами, ни ко мне обращайтесь, ребята. Я не добавляю, я не убираю. Не я главный на проекте Black Dragon. Тут только мои сервера. Я вообще доступа не имею. Никаким вот этим китом сюрпризом не я это делаю. Я, во-первых, не знаю, как это делать, а во-вторых, даже если бы я знал, я бы не смог это сделать, потому что у меня нету доступа к этому. Поэтому не пишите это мне. Так, ну давайте еще вот этот фосил выкинем, еще вот этот фосил выкинем и еще вот этот фосил выкинем. Так, спид. Все. Кто не получил ничего, прошу прощения. Я обо всех забочусь, ребята, но это на это есть раздача. Прошу прощения, но это и называется раздача, а не выдача. Так, все, заходим в ваниш, еще сейчас последим, вдруг тут маты будут. На это, ребята, есть и выдача. Я заспавнил всех покемонов по алфавиту, но... Я раздал кучу покеболов, кучу покелута, кучу шайни. Конечно, были нормальные, были ненормальные, но все же. А то продолжение будет? Нет, продолжения не будет. По крайней мере, в данный момент. Вот видите, кто-то шайни Иви словил, кто-то шайни Оникса словил. Конечно, шайни Иви намного лучше, кто-то шайни Вулкарону словил. Еще, как видите, на мапе еще куча шайни, которых еще даже не словили. Вот. Белспрот понятно. Фарфетч это, в принципе, никому не нужен, но... Все же. Раздача на это есть раздача, что не каждый сможет словить. Кто-то может словить 3 покемонов, кто-то может поднять 20 покеболов, а кто-то может 0 поднять и 0 покемонов словить. Но на это и есть раздача, потому что это раздача, а не выдача. Ребята, я пытаюсь обо всех заботиться, я пытаюсь... заспавнить как можно больше, но тоже поймите, если я буду спавнить сейчас кучами легенд из шайни, то тупо экономика полетит в попенцию, потому что кто будет покупать, донатить и все остальное, если просто-напросто я всем это заспавню, или я буду, как чувак написал, то есть я буду каждого человека тпхать к себе и спавнить ему Забдуса или там Райквазу, или какого-то шайни ну, Риолу, да, то есть я одного тпхаю тебе заспанил, потом тпхаюсь другому, тебе заспанил, потом тпхаюсь третьему, заспанил. Это уже называется выдача, и эта выдача была в данный момент только один раз, и то на платном сервере, и то на Новый год. А раздача на это есть раздача, чтобы кто-то... Вот ты, чувак, словил, да, Shine Eevee. Этот не словил. Этот словил, этот не словил. Этот поднял 30 раркенди, или там 40 раркенди, допустим, а этот одну поднял. На это и есть раздача, потому что, ребята, не все могут ловить, не все может повести что-то словить, и не все могут подобрать даже один и тот же покебол. Но на это есть раздача.
Так, мутики-коломутики пошли. Мистер Фрост, мутики-коломутики. Не намного, но все же нужно смотреть, что ты пишешь в чат. Дальше, кто-то есть еще мутики-коломутики? Так, кого там кикнуть? Л. Ага, тот чувак написал и уже просто вышел, или нет? На это и есть раздача, что не все что-то споднимут. Так что не надо, не надо ля-ля. Так. На эту есть раздача, что не все что-то поднимут, так что не надо ля-ля. Так, ладно. Ну что, ребята, на этом давайте заканчивать. А что он написал? Да нет. Давайте, ребят, на этом закончим. Раздачи такие будут, в принципе, каждую неделю, каждые две недели. Но, ребята, может вы зайдете, словите там шайни Иви, шайни Волкарону, шайни Оникса и шайни... Кого там еще? Фарфетч-то, да, или шайни Абру, например. Кто-то другой никто не словит. Например, вы будете за мной бегать, поднимете 3 мастербола, 20 раркенди и словите кого-то шайни. А кто-то будет сзади вас бежать и ничего не поднимет. На это, ребята, есть раздача, потому что, я думаю, вы все понимаете, я пытаюсь всем выдать, но много людей на сервере, а чтобы тпхать каждого человека к себе и что-то ему спавнить, это уже экономика сервера, во-первых, прострется, а во-вторых, нету смысла, потому что это уже выдача. Выдача на какие-то большие праздники или еще что-то. Ну, давайте, ребят, на этом заканчивать. Давно мы не играли на этом сервере. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи, всем пока. Я жду вас на этом сервере. Кто не играет, но кто хочет играть, заходите, буду всем рад. Всем пока.